любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Ну, мы уже больше 10 лет, как бы второй десяток лет вот нас позвали сейчас быть ведущими этого концерта. А так сами мы являемся участниками двух ковровских альтернативных групп. Вот Гашиш Дровди, а я Негатива. Как бы были гости из Москвы, приезжали из других городов. Ну, примерно человек около 600 было народа. Надо, не надо. Ну, ладно, пусть. Стиль мне нравится, довольно-таки близкий. Но мне нравится тоже этот стиль, потому что он такой немного мрачноватый. Антихриста. Приход Антихриста. Вот играет его уже песня. Антихрист. Но против Библии он идет. Это, ну, приход Антихриста. Приход Антихриста. Вот играет его уже песня. Грязно, очень грязно на этом. Под памятником безобразничают молодежь. Вот. Бесплатный туалет сделали под памятником. Вот. Прогоняю всегда, и на меня налетают чуть ли не драться. Вот. Ну, наркотики находим, шприцы наркотиков. И бутылки бьют, вообще, все стены пишут, пачкают все, бьют эти стекла вон на этой доске почета. Один раз все 8 штук разбили, а я стаскивал он к тому столу. Тяжело, конечно, их неподъемные. Ну, никакой управы на них нету, ну, ни милиции не следит, ничего. Просил у Арсентьева, чтобы заколотили внутри. Просил Табацкого, просил Петрова и все. Товарищи! Товарищи! Пойдем на помощь нашим кочеварам!
Вот. Несколько писем у меня лежит ответов, вот, что вот надо архитектора найти. Да, заявление писала и ходила, и мне давали ответы. Ну, никакого, ну, нет, ничего, это, помощи никакой нету, и улучшений нет. Летом вообще невозможно здесь работать, невозможно. Здесь вся зеленая зона, забитая этими стеклами, бьют бутылки стекло. Я пошла к Табацковой сразу. А ничего нету, толку никакого нету. Никакого нету толку. Она ответила, что нет возможности закрыть тут вот эти ниши внутренние, две ниши. Нет возможности. А Арсентьев сказал, что лимита нет, денег нет. А чего, я говорю, тут или кирпичом заложить, или вот решетку вон как дверную сделать, чтобы туда не входили-то. Не письма, ответы, только ответы. Кто говорит, надо подумать, кто говорит, надо архитектора искать, кто делал этот памятник. Ну, то денег нет, говорят. Ну, ничего, милиция тоже никакого реагирования не делает. Хотя она бы могла, раз нельзя выпивать здесь пиво, общественное кто место. Она, кто она? Милиция. Ага. Она бы могла проехать, как выпивают. И штрафовать надо. Ну, что это такое? Вот прихожу, здесь вот целый вот... Ведь вы знаете, вот эти мешки, по два мешка вот только с этой вот доски почета собираю. Чего два мешка? Бутылок. Вот эти пластиковые-то. А много ли их туда? Их немного, мешок уйдет. Они вон какие лошади большие. Угу. Вот. Ничего. Просьба помочь. Чего-то как-то сделать покультурнее это-то. Или хотя бы вот сделали бы вот киоск какой-нибудь вот под нишей-то. Я не знаю, но здесь, по-моему, все идут. Вот я гляжу вот к кинотеатру. Вот часов 5, 6 вечера, я и вечером иногда сюда выхожу, идут партиями, у каждого бутылка. Тянут, бросают вон в зеленую зону, вот. А мне собирать надо. Вот я не соберу, если то мне мастер скажет, там бутылка лежит, надо убрать. Вот, вот такие штуки. Очень беда, да? Беда. Беда с народом. Спивается ковровский народ. Молодежь спивается. Девушки пьют, девушки, не только ли парни, ну ладно парни, ну и девушки пьют. Чей это город? Противоборствующих коммерческих групп, наркобарык, алкоголиков, сатанистов. Кто будет в нем жить через 10-20 лет? Любимый город может спать спокойно?